нас идет на счет 5, 6, 7 и 8. Мы делаем руками два кружочка и выводим ладошку, собранную в кулак, с пальцем перед корпусом. Вес у нас находится на правой ножке, левая поставлена рядом, колено согнуто, опора в левое бедро пам. То есть 5, 6, 7 и 8. Мы делаем небольшой затак перед припевом, просто чтобы вы понимали, откуда дальше идет этот момент. Дальше. Руки собираются в кулачки и рисуют два круговых движения. То есть через крестик мы их собираем, рисуем кружок раз, рисуем кружок два. Из этого положения. Ноги мы прыгаем на левую ножку и ставим на носочек правую. Перепрыгиваем на правую и ставим на носочек левую. То есть раз и два и. И сопровождается это движение руками. Семь, восемь. Раз и два и. Девочки расходятся, распрыгиваются этим движением. Далее. Распрыгнулись, руки у нас рисуют кружок, то есть мы их выбрасываем в диагонали, они рисуют перед собой кружок, возвращаются. И второй такой же, только чуть ниже. То есть раз, два. Угу. В это время ноги, мы приземлились вот в такое положение, левая нога выбивает правую ногу бедром в сторону и коленом в сторону, подставляется правая нога, и мы снова прыгаем на левую, и у нас правая рисует рунд, но только не заводите ногу до конца, она становится где-то здесь, потому что нам потом на нее переносить вес. Итак, сидели здесь. Раз, и, два, и, три, и, четыре. Обратите внимание на смену уровней. То есть первый раз мы чуть ниже это делаем, второй раз совсем вниз. Пять, шесть, семь и восемь. Раз, и, два, и, три, и, четыре. Угу. Дальше. Переносим вес на правую ногу, пам, переносим на другую, выравниваем вес ровно на две ноги и заводим левую назад. После этого выводим ее в сторону, садимся в плие. То есть там, там и там, там. Пять, шесть и семь, восемь. Руки. Мы закончили здесь. Пам. Правая ладонь у грудной клетки, левая ладонь впереди, рука вытянута. Так. И мы меняем ладони. Так, так, так. У нас должна теперь впереди оказаться правая, левая здесь у груди. Движение будет делать очень быстро. Так, 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 так. После этого мы рисуем один кружочек ладошками здесь. И вторым кружочком разворачиваем руки в сторону ладони, натянутые на себя. То есть у нас получается с вами следующее движение. Так. После этого правую руку мы заводим, подкладываем под левую и через низ собранные руки выводим над головой. Соединяем вместе с ногами. Так. Кружок выпрямились, кружок. Завели ногу назад и голову повернули в сторону рук. И через низ у нас руки соединяются, мы садимся в плие и выводим руки собранные здесь немножко над головой. Собираем здесь кусочек. 5, 6, 7 и 8. Раз, и, два, и, три, и, четыре, пять, и, шесть, и, семь, и, восемь. Дальше, на счет раз. Отсюда. Опускаем руки, левая выводится вперед. И от мизинчика до большого пальца мы собираем ладонь в кулак. Правая рука поддерживает снизу. Дальше руки меняются. Правая выходит вперед, собирает точно так же, левая ее поддерживает. После этого правой рукой мы кладем на левую сторону грудной клетки и отодвигаем плечом, как будто смахиваем. При этом левая рука уходит назад за корпус и головой мы смотрим на плечо. Пам. После чего у нас рука заходит назад за спину, и обе они у нас ложатся на поясницу. И в этот момент у нас еще голова будет поворачиваться в левую сторону. Не обязательно ее через низ, можете просто перевести сюда. Итак, руки были здесь. Мы делаем раз, два, три, завели, назад. И в конце, на бит, мы будем делать удар грудной клеткой вовнутрь. То есть мы заранее раскрываем грудную клетку,
заводим локти назад и делаем удар грудной клетки и локтями. Пум. Голова здесь тоже немножко участвует в этом акценте. Теперь ноги. Мы закончили тем, что мы сидели в плие. Когда мы начинаем выводить левую руку вперед, у нас левое колено заворачивается вовнутрь, приподнимая бедро. Раз. Другая рука пошла. Два. И другая нога. Здесь то же самое. Такое же движение. Собираем плечо, мы заворачиваем колено. И когда мы уводим руку назад и разворачиваем голову, у нас колени возвращаются в положение плие. Смотрят в сторону. И когда мы делаем бит грудью, у нас еще тасуют немножко колени. Тоже добавляют бит вовнутрь. Итак, 7 и 8. И мы делаем эти движения на слова more and more, пауза, замах, бит. То есть more and more, так-так. Угу. А отсюда были 8. More and more, так. И так. После этого мы снова спрыгиваем на правую ногу, левую ставим на носок. И на левую, правую ставим на носок. И снова третий раз на правую, левую ставим на носок. И у девочек для перемещения мы немножечко отпрыгиваем назад, ставя правую ногу спереди. Руки были здесь, на этом бите. Мы собираем кулачки, раскрываем здесь, локти нас прижаты к телу. Это у нас пам-пам на первый прыжок. На второй прыжок мы два раза грозим пальцем правой руки. Так-так. На третий прыжок мы грозим один раз. Так. И на перемещение пам-пам. Ладони дважды скрещиваются перед лицом. Можете менять сначала правую и левую руку, можете делать с одной стороны. Движение делается настолько быстро, что зритель все равно не успеет увидеть или заметить, меняли вы руку или нет. Соединяем всю первую часть ребра. Пять. 6, 7 и 8. Раз и два и три и четыре. 5 и 6 и 7 и 8. More and more. Та-та-би. Раз и два. Пальчик. Три. Та-та. Угу. Следующая часть отсюда. Сначала ноги. Распрыгиваемся на две ножки и немножко заворачиваем чуть-чуть слегка акцент колена левое вовнутрь, ставим ногу на носок. Опять на две ножки распрыгиваемся. Правая заворачивается, снова левая заворачивается и переносим вес на левую, правая выбивается согнутая от колена. То есть та-та-та-та-та-та-та. Еще раз. Два носочка. Левая. Два носочка. Правая. Два носочка. Левая. Выберем ногу. Руки. Они у нас, опять же, собраны в мягкие кулачки. Раскрыты в стороны наверх. Запястьями вверх. Вы делаете так и бьете правой рукой себя в талию. Та-та. То же самое. Пам-пам левой рукой. Снова правая. И левая рука опускается раскрытой ладонью куполом на плечико. Правая красивой ручкой взмахивает и летит наверх. Соединяем вместе с ногами. У нас получается, когда мы распрыгиваемся на две ножки, у нас раскрыты руки и ноги. Заводим ударом кулачок в талии, закрывается колено. Опять распрыгнулись. Другое колено, другая ручка. Распрыгнулись. Пам-пам. И добавляется голова. Каждый раз, когда мы раскрываем ручки, у нас голова сначала опускается на правую руку. Во время удара голова возвращается ровно. На левую руку голова ровно. На правую руку голова ровно. Пам. 7, 8. Раз. И два. И три. И четыре. Угу. Быстрее сделать движение легче. 7, 8. Раз. И два. И три. И четыре. Дальше, после этого взмаха, мы шагаем, подставляем вперед правую ножку, руками обводим ягодицы и бедра. Сильно приседать не нужно, небольшая волна. Дальше мы переносим вес на левую, назад, правая сгибается в колени. И ладони идут вперед и делают так-так. Два движения в стороны. Выше, ниже. Первое над головой,
второе чуть ниже, визуально, да, на прошивало и рядом. Получается шаг, так, да, еще раз такой же шаг, еще раз обводим бедра, и дальше слайд с отталкиванием себя. Девочки танцуют по-разному, они там выстраиваются в клин, у них свои партии дальше, и тогда забираем конкретно центр. Пам, оттолкнули себя, more, чуть присели, подтянули к себе кисти, собранные в кулаках, and, подняли голову, руки вверх подняли, на more, сбросили руки вниз, все еще сидим в мягком плие. И два удара грудью вниз, если вам нужно грудь поднять и сделать так, так. Таз тоже работает, он два раза идет вперед, так, так. После этого с точки выпрямляемся, ручки подлетают к лицу, и опять от мизинца собираются в кулаки. И снова перемещение на правую ножку, два кружочка руками, и точка, мы закончили. Соберем еще раз вторую часть. 7, 8. Выпрыгнули, пам. Выпрыгнули, пам. Выпрыгнули, пам. Пам. 5, 6 и 7. Отъехали. More and more. Пауза. Та-та. Собрали кисти. Та-та-та. Закончили. Собираем подсчет весь этот припев. 5, 6, 7 и 8. Раз и два и три и четыре. 5 и 6 и 7 и 8. More and more и па. Раз, два и три. Та-та. Раз и два и три и четыре. 5, 6 и 7, 8. More and more. Та-та. Кисть.